Всем привет! Меня зовут Алексюк Мария. Меня Скворцова Дарья. Меня Барышева Юля, и мы тренеры студии танца на пилоне Let's Fly. Сегодня мы разберем связки декабря для второго уровня pole dance. В этой связке есть переход из китайского шпагата в Питер Пэн. Давайте сейчас его разберем. Когда у нас нога стоит в упоре, нам нужно максимально сильно оттянуться назад. И для того, чтобы притянуть себя вверх, нужно голову опустить вниз вместе с остальным корпусом и руками немного притянуть себя к пилону. Ножку поднимаем ровно и пробуем зацепиться. Сверху это будет вот так. В этой связке есть переход из дикого паучка в брасманку. Давайте его разберем. Возвращаем ногу под колено. Убираем нижнюю ногу, руку, которая была под локтем. Переставляем ленточным хватом. Съезжаем вниз нижней рукой. Отводим попу в сторону. И цепляемся ножкой под коленочку. И переставляем руки, как на брасманку. В этой связке я предлагаю разобрать, как перейти из трюка ласточка в шпагат из брасманки. Разбирать мы будем базовый переход из паучка в шпагат из брасманки. Мы заходим в паучка из рогатки. Руку не переставляем наверх, выводим ногу вниз на паука. Или как она была у нас в ласточке, вот таким образом. Вторая рука уходит вниз. Ножки нужно поставить поближе друг к другу. И после этого мы снимаем верхнюю ногу и отводим ее вниз. Выравниваем верхнюю. Это было три связки для полдэнсеров начинающего второго уровня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и повторяйте эти связки. Обязательно напишите в комментариях, какая связка вам понравилась больше всего. Отрабатывайте ее на занятиях. И увидимся в следующих видео.